Незаконно выписывал себе премии на общую сумму в 700 тысяч рублей. В этом признали виновным бывшего начальника столичного управления экологии. В феврале 2014-го, по март прошлого года, мужчина, занимая вышеуказанную должность, незаконно премировал себя на общую сумму около 700 тысяч рублей. В частности, он издавал приказы о единовременном поощрении себя в связи с празднованием Дня защитника Отечества, Дня ЖКХ, а также по другим основаниям, которые не предусмотрены действующим в учреждении положением об оплате труда. Кроме того, он выписывал себе премии в завышенных размерах, что также нарушает требования локальных нормативных актов. Таким образом, управлению экологии города Чебоксары был причинен ущерб на указанную сумму. Осужденный в ходе следствия в полном объеме возместил сумму незаконно полученного им дохода. Ему назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы условно.